годы груз нелегкой доли несут они отважно и легко. Не потому, что в сердце нету боли, а потому, что прячут глубоко. Осени, родимому гнезду.
Глаза бывают разного цвета, но золотые очень обманчивы. Не доверяйте золотым глазам. Любить можете, но не доверяйте. Родной школе Сердюка, которая гостеприимна всегда. Вот. И тем не менее мы очень старались. Ну, Лилия Сергеевна же не может два слова не ставить. Цыганская песня, она очень интеллигентная, и тем не менее там страсть в аллегории. Туча и ветер. Туча и ветер. Да? Поэтому, но все мы переносим, это как бы, как в басне, да? Качнулся тонкий стебель птица,
Там нас сопровождает детская студия, ну что уж делать, занятия никто, конечно, естественно, не отменяет, но мы будем стараться. Итак, сейчас для вас премьерное выступление мужского трио уже в обновленном составе. Николай Костенко, Вячеслав Вишневский, Виктор Парфентьев. Прошу. Горды, что у нас есть. Вот Виктор только-только делает свои первые шаги, так что обласкайте в конце аплодисмента. Обещаете. Они вот так устроены у нас, что они без руководителя не могут. Понимаете? Такая зависимость творческая. Поэтому разрешите, я им немножечко помогу, потому что все-таки очень тяжело без руки дирижера, очень тяжело. Поэтому вы уж не обессудьте, кое-где они будут поглядывать не только на вас, но и на меня. Хорошо? Значит, в их исполнении вы услышите, в принципе, случайный вальс вы уже слышали, а вот замечательная песня «На лодке» и премьерная песня абсолютно новой песенки «Соседушка» — это для вас тот эксклюзив, который я обещала. Итак. Слово после дома давно,
моего поколения, да, 60-х, кто не помнит этот замечательный фильм и эту замечательную песню «На лодке». Просто окунемся в это море прекрасное, которое воспевает песенное и поэтическое, которое воспевает любовь, высокую, настоящую. Соседка в полушубке.
поняла. Постолько у крылечка, не слишком твои. Два словечка, мимоходом подари. Лебедушка, соседушка, мила с тобой ты, Севушка, на другу я не следую, и вседую, беседую. Дорогие наши зрители, у нас давно существовали так называемые малые формы. Это дуэты, это трио, квартеты, маленькие вокальные группки, будем так говорить, да? И вот менялись люди. За 30 лет очень много людей ушло. Но мы всех помним, всех любим. Поэтому вот такое трио возникло у нас, можно сказать, экспромтом и совсем недавно. Но наша певица и наш автор самодеятель Галина Прыкалова внесла новую такую живительную струйку в это трио, в наш репертуар. Поэтому послушайте сейчас, пожалуйста, в исполнении трио авторскую песню Галины Прыкаловой «Наша осень». Валентина Бондаренко, Галина Прыкалова и верный помощник и друг. Но ты ей благодарна не за это.
дай Бог тебе большое бабье лето. И осень я смотрю, когда придет. Любимая, красивая, над нами небо синее. Которые еще не звучали в наших программах. И чтобы много не говорить, прямо по программе объявляю. Они очень волнуются, очень ждут вашей поддержки, аплодисментов. В исполнении Валентины Королевой известная очень в 70-х песенка «Когда разлюбишь ты». Yeah.
Большой, шикарный голос нашей Шурочки, как мы любя называем Александру Теплякову. А сегодня вы послушаете очень душевную, очень лирическую песню из репертуара Екатерины Шавриной «Похолодало». Для вас, Александр. Талантливые, такие голосистые, хоть и пожилые, но ученики. То, что всю свою сознательную жизнь, помимо того, что я пою сама, я вывожу в свет от маленьких до больших вокалистов. И я очень горда, что получаются очень даже неплохие результаты. И буду этим заниматься с удовольствием, сколько Боженька мне даст.
Вы знаете, такая отрада, что пришла в наш хор Галина Брыкалова, помимо того, что она музыкант прекрасный, но она еще какая вокалистка, которая сидела тихонечко с таким замечательным голосом. И сегодня вы в этом убедитесь в сольной песне, песни Анюты из кинофильма «Веселые ребята». Для вас Галина Брыкалова. Говоря, робко после такого, да, выступления, робко немножко. Но в том вся прелесть музыкального и любого искусства, что много жанров есть в нем, стилей, направлений, жанров и так далее. Что хочется сказать перед этой песней? Много песен о неразделенной любви, но она тоже любовь, она тоже тревожит душу, она к необдуманным ведет поступкам, но это любовь. И, на мой взгляд, таких песен очень много именно в народном творчестве. Одной из самых удачных, на мой взгляд, в этом песенном веночке есть песенка «Окрасился месяц багрянцем», которую вы услышите в исполнении нашей кубаночки Людмилы Шевченко. Встречайте! Okay.
месяц багрянце, где волны бушуют у скал. Поедем, красотка, кататься, давно я тебя поджидал. Поеду с тобой. Правишь в открытое море, где с бурей не справиться нам. В такую шальную погоду нельзя доверяться волнам. Нельзя, чего ж, дорогой, сказавши, вонзила в грудёжик булатный ему. Сама с обессиленным сердцем нырнула в морскую волну. Ночь волновалась о море, ты пела, морская волна, а утром качались на волнах лишь щепки того челнока. А утром качались на волнах Казаки, ну куда денешься? Ну куда? Аплодисменты. Я очень прошу, сильно меня не ругайте, потому что я в такой манере вообще не пою. Но завидовала всю свою сознательную жизнь, как люди поют гортанным, белым, народным, открытым звуком. Но Людмила меня соблазнила, потому что все любят, как бы ни относились, но все любят Надежду Кадышеву. Поэтому, пожалуйста, не обессудьте, но этот дуэтик такой душевный. Душевный такой дуэтик. Ну уж не обессудьте, немножечко вот подглядывать будем, если можно. Не венчал, а вся душа горит в огне.
зачем казак в кресте бурчал на вороном своем коне? Зачем ты встретился со мной, когда тому коня поил? Зачем чубатой красотой казачье сердце подарил? Всех в мире лучше ты, как солнце свет, когда темно. Зачем желанный ты такой, как синий глаз и вешний дом? Зачем в станице за тобой казачки ходят табуном? Как у мечты своей спросить, бедой разбитой не грозя, ничем винить не позабыть, не разлюбить тебя нельзя. Зачем взлетел ты на коня? Это средняя часть сольно-дуэтно-трио продолжится, на мой взгляд, замечательным выступлением, потому что мы прикасаемся немножечко и к классике, и к неаполитанскому бальканто, и ко всем жанрам. Поэтому сейчас для вас будут петь нас знаменитый дуэт, и споют они вам знаменитую песню «О мое солнце» Николай Костенко, Вячеслав Вишневский. Жизни, травку пробуждает.
свете после бури солнце. Тебя светит.
Обладатель очень неплохого тенорочка, мягкого, нежного. Но он очень-очень такой трусливый. Хотя настоящий полковник. Да, по профессии по своей, по оплате. Но мне показалось, когда мы репетировали, что он споет эту песенку. И споет очень душевно. А роман Срощина замечательный, из кинофильма «Разные судьбы». Итак, Вячеслав Вишневский.
Я знаю, что вы зададите все равно же этот вопрос. Почему эта Лиля сама не спела? Я вам объясню. Для этого есть сольные концерты, авторские вечера и так далее. Но я хочу вам все-таки спеть эту песню. Я долго к ней шла, и находясь сейчас не в лучшей вокальной форме, но я ее все-таки вам спою. Называется она «Птица». Все вложено в эту песню. Все. Свобода, желание полета, не продающаяся ни за какие деньги, свобода и любовь. Поэтому птица в клетке, какой бы она ни была, эта клетка, все равно это птица в клетке. Итак, для вас «Птица» Валерий Зубков. Песни и премьеры песен, да.
Вот сегодня как таковые. Давняя любовь. Моя авторская песня, которую я написала давно, но она немножко лежала на полочке. Далее авторская песня нашей Галочки Брыкаловой о любимом городе Керчи. И авторская песня, которую мы споем в финале, вот этого седовласого красавца Ленечки Панина. Ленечка, поклони. Известный в городе человек, актер, бард, певец, поэт. Именно нам, по большому блату, он подарил эту песню. Не буду говорить, какую. В финале вы ее услышите. И будет две еще премьеры песни. Да. Это у нас будет «Шутка» знаменитая, которую мы очень-очень долго, так сказать, готовили, очень рисковали, очень волновались. Вот. Ну и в конце обещанный сюрприз. Ваша любимая эта песня, но вы ее слышали уже. «Танго под баян», вы ее любите. Yeah.
приятно видеть в рядах зрителей очень уважаемого человека, который сидит во втором ряду. Я вам очень признательна, что вы сегодня пришли на этот концерт. Лично вам. А чаще приходите к нам почаще. Это супруг. Ночи — это тоже. Лучше тебя не найдем.
Все, финальная песня. Тот сюрприз, который я ей обещала. Мы очень горды тем, что мы вернулись домой. Кто не поддерживает, ну что? Ну, вернулись домой, Крым вернулся домой. Поэтому мы очень трепетно ее учили, очень долго, очень старались и хотели нашему автору сегодня сказать огромнейшее спасибо за эксклюзивную песню, потому что таких песен нет. Много есть о Крыме, вот. Но «Мы вернулись домой» — авторская песня Леонида Панина, и мы ее выносим на ваш суд сегодня. Домой в нашу старую добрую сказку.
только автора этой песни, моего коллегу, которого я знаю 100 лет, Ленечку Панина. Леонид Николаевич. Ну, что я хочу сказать. Мне, извините, во-первых, за опоздание, мне пришлось участвовать и в другом мероприятии в Орсполкоме, поэтому вот, я тут немножко опоздал. Ну, это ничего страшного нет. Я с удовольствием прослушал эту песню. Спасибо. Хорошо. Большой. Слышите меня, да? Да. Ой, я не знаю. Ты такой высокий. Да. Так, Олечки, идите сюда в центр, в центр. В общем, я очень рад тому, что мне пришлось сегодня побывать на этом замечательном концерте и послушать замечательные песни замечательных людей. Я всегда с радостью и с удовольствием прихожу на ваше выступление, потому что с вашим коллективом и с вашим руководителем меня связывает большая длительная дружба. Я должен сказать, что уже скоро 30 лет будет с тех пор, как создался этот коллектив. Да, Леонид? Да, правильно? Мая этого года. Это пол моей жизни, да? Уже коллектив существует, да, вообще. Вот, нет, ни один коллектив в городе столько не существует. Поэтому я, конечно, с большим трепетом, с большим чувством любви и уважения отношусь к этому коллективу и к ее руководителю Лилечке Лейк. И вот на песне, которую сегодня спели, спасибо большое вам. Спасибо за то, что вы взяли репертуар, за то, что вы исполнили. Благодарю вас. Я думаю, спасибо. Так, что вы и дальше будете петь. Мы так и будем петь, и будем приглашать и нас сюда, в город. Да, обязательно. Я уже послушал, и теперь... Леонид Тихонович, извини, что перебиваю. Вот, пользуясь случаем, пригласите нас на Свердлова дать вот этот концерт. Что не придут люди, не послушают. Ну, я думаю, что придут. Я обязательно доложу руководству о том, что я сегодня был. Пожалуйста. Приложу все фотоматериалы, которые сегодня есть. Вот. И обязательно, Лилечка, ну, если я говорю, то я стараюсь сделать. Тем более у вас новый костюм вообще. Да, пожалуйста. Да. Отдельно. И я вот хочу еще отдельно выполнить одну миссию, которую, к сожалению, не удалось выполнить своевременно. Вот поэтому я приношу большие извинения. Это Лиля Леник. Дело в том, что у нас на День города был большой концерт, фестиваль. Концерт авторской песни, и на втором концерте я уже приглашаю Лилечку, чтобы она участвовала в таких мероприятиях, и она с удовольствием принимает те приглашения и участвует, исполняет свои песни. Вот. И вот на прошедшем недавно таком концерте Лилечка тоже выступила в этой программе, вот, и спела свои песни. Вот. И как-то получилось так, что мы ее пропустили мимо, или я не знаю, но не я был в комиссии награждающей. Вот. Но, тем не менее, за первое место в третьем открытом межрегиональном фестивале авторской песни «Пролива», «Гранка», «Праздник», «Диагород» 2016. Поздравляем победителя, первое место, Лилечка Леник. Подписал Дальвер Абибулаевич Белевизию, эту грамоту, этот диплом. Поэтому я вручаю ее. Дело в том, что у нас, можно сказать, что таких вот исполнителей, такого старшего поколения, у нас очень много, кстати, молодых исполнителей. Кстати, Лилечкин исполнителей много. Я вот недавно общался с одной исполнительницей Тимофеева. Настя Тимофеева, она живет в Югославии и является актрисой, артисткой югославской эстрады. Вот, причем такой популярной эстрады. Поэтому у нас много таких людей, молодых парней, девчат, которые, в основном, и у Лилечки занимались, и я с ними часто общаюсь. Но я и стараюсь того, чтобы привлекать и людей более старшего возраста. Вот, в фестивалях участвуют в основном такие взрослые ребята, взрослые девушки, женщины и так далее. Поэтому я еще раз говорю, что я обязательно доложу о том, что у вас прошел этот концерт, и обязательно мы вас пригласим на сцену. На сцену Багатика, на новую сцену обновленную, нашего культурного центра Багатика. Я думаю, зрители поддержат это приглашение. Еще раз благодарю вас, спасибо вам большое за такой прекрасный концерт, и дай Бог вам здоровья и всего самого хорошего.